Я вам сейчас про доверие расскажу. Доверие к нам, к работникам телекомпании Terra. К слову о том, кто дольше всех работает. Так вот, дольше всех, как сегодня оказалось, работает обозрение в Магнитогорске. 20 лет и еще дальше. Программа «Автостоп» работает уже 16-й год. Программа «Дом, милый дом» 11-й год. Конечно, вы можете говорить о конкурентах. Почему нет? Их много, естественно. Но мы не будем говорить о конкурентах с точки зрения телекомпании ТВН и МГТРК. По-другому варианта не получается. Да? Эти люди своими делами занимаются, мы к ним не лезем, и они, в общем-то, в наши дела не лезут. Но вот остальные люди забегают и везде и всюду говорят, что мы немножко другие, что типа у них канал круче. Круче ли ваш канал, я не знаю. По одной простой причине, наш телевизионный канал имеет... Во-первых, это телеканал Министерства обороны, как вы прекрасно понимаете, да? Во-вторых, на этом телеканале Министерства обороны постоянно для магнитогорцев работает еще и областное телевидение. Ну, естественно, то, чем занимаемся мы. К слову о том, о взаимопомощи, да? Как вы прекрасно понимаете, работа на телевидении – это не самое дешевое удовольствие, да? К слову о том, как я помогаю. Естественно, есть люди, которые пока не в состоянии платить искомую сумму денег. Поэтому я им в действительности и помогаю. И не надо говорить, что я на этом деньги зарабатываю. Я на этом деле деньги не зарабатываю. Теперь маленький другой вопрос. То есть, понятно, да, что другие каналы говорят, что мы слишком много денег зарабатываем. По одной простой причине, мы вообще немного денег зарабатываем. Потому что на обозрение в Магнитогорске работают 3 человека. Оператор, журналист, он же и ведущий, он же и все остальное, и монтажер. На программу «Автостоп» работает 1 человек. То есть я во всем многообразии своих непонятных функций. И если мы будем все это дело собирать, то есть вот, допустим, берем телекомпанию ТВИ, да? Работа оператора, куча, работа журналиста, куча, работа монтажера, куча, работа человека, который все это дело вам преподносит, ну и все остальное. Так вот этим всем делом занимается в городом одиночестве один человек, то есть я, естественно. Вот. И если все это дело собрать, ну так и получается, да? То есть, с другой стороны это нет. С другой стороны нет. То есть мы вам объясняем, как грамотно работать с нами, да? То есть мы работаем. Если вы хотите круто, это будет денег стоить. Если мы вам готовы помочь, мы вам готовы помочь. И тогда надо относиться грамотно к нам, к людям, которые вам помогают. Как это делаем мы сейчас. И следующий сюжет о ковриках в городе Магнитогорске.